Не получится, не получится. Все. Получится, все. Автобус на интервью дубль номер 3. Перед нами Ронин, он же Виталий Хан. Ронин, расскажите нам, пожалуйста, как вы съездили, почему победили и как вообще настроение? Ну, долетели, прилетели, улетели нормально. Победить не победили, к сожалению, но могли. Ну, там не повезло, чуть-чуть затупили. Это тоже будем обсуждать. Пока сам сказать ничего не могу. По игре. Но... По поездке отель не понравился. В прошлом году был лучше. А сам ЕСВЦ прошел намного лучше. То там... есть баланс в сил природе, да? Да, баланс был. Ну там дело в том, что было что-то неделя игр проходила какая-то выставка. И вот он прям там был. То есть было ну, красиво, все интересно. Вот. Ну, по сравнению с прошлым годом. А отель вообще там. Непонятно для каких людей это отель. Вроде трехместный, но там, по-моему, один человек даже неуютно себя чувствует. Нормально. Так, вопрос. Ну так вот, можешь ли сравнить прошлый ЕСВЦ и этот ЕСВЦ? Прошлый ЕСВЦ, откровенно говоря, вы поехали хоть и составом сильных игроков, но все же, видимо, солянкой. В этот раз вы ездили полноценной командой. Как думаешь, больше плюсов почерпнете? Конечно, плюсов больше, даже в игре уверенность. То есть есть план на игру, ну был. То есть это всегда должно присутствовать. В прошлом году такого не было. Ну вот именно потому, что была солянка, хоть и как бы состав сильных игроков. Вот. Ну и в плюс, то есть Dota 2 опять же. То есть мы на нее пересели за 2 недели до ЕСВЦ. Начали сильно готовиться, но все равно как бы приходит все со временем, мне кажется. Как бы вроде игра та же, но все равно различий много. Понятно. Впереди 2 турнира по первой доте. Как думаешь, будет ли вам легко или тяжело вернуться? Легко точно не будет, могу сказать. Вернуться-то мы вернемся, но легко мне, ну, лично мне точно не будет, потому что... Опять там новые страты, новые, ну, не то что привыкать-то уже не надо особо, а вот стратегии, там, ну, опять же, герои, разнообразие героев другие, играть по-другому придется. Понятно, теперь вот вопрос человеку, который много играл в первую доту и успел отыграть чемпионат по второй доте. Вот тебе все же, как ты вот относишься, то есть тебе классика больше нравится по душе, или ты видишь будущего во второй доте, только надо этому зелью настояться, то есть полный релиз, фикс всех багов и т.д. т.п. Во второй доте, безусловно, вижу будущее, в первой, наоборот, не вижу, просто потому, что во второй доте сейчас есть поддержка сильная, ну, тот же Ice Rock, который придумал и первую доту, да, и Valve, ну, то есть и начинают все переходить и турниры, все поддерживать. Дота первая, наоборот, то есть вот как раз по срок выпустил вторую, на первую, можно сказать, подзабил. То есть теперь уже вот с того момента, как вышла вторая, не вышло ни одного обновления, ни одной новой версии к первой, и вряд ли уже выйдет. А если не будет, ну, Дота обновляться, то потеряет она свою аудиторию очень быстро. Понятно, ну ладно, наверное, на этом будем заканчивать. Передай привет и пожелания, возможно, благодарности. Ну, благодарность в первую очередь, то есть Александру и всей команде Next нашей. То есть спасибо, конечно, им всем за предоставленную возможность. То есть ты имеешь в виду под командой, подразумеваешь компанию, ну, в смысле, да? Команда, работников, то есть команду это не нас, в смысле, команда, которая там работает, людей, вот. Ну и всем, кто нас болел, тоже привет. Окей, желаем удачи. Спасибо.